Ух ты, ёп. Взлетай давай. Всем привет, сегодня у нас 5 октября. Вообще, мы приехали вчера в деревню на охоту поохотиться. Веселая компания, вчера было весело, сегодня с утра не очень. Ходим, пытаемся добыть уток. Вот забрал только что чиву с норы. Это вы увидите в этом видео. Так. Ну что, хоть тяжело, но мы стараемся. Стараемся добыть что-то. Все, вперед. Смотрите. Подожди, утки сидят. Чива, ко мне! Чива, чива, чива! Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне! Давай, иди сюда. Давай, давай, давай. Хорошенькие. Может, налетят. На той канаве крякает. Вот там. Одну сбил. Блин, не перезарядил. Не знаю. Давай, чего взять? Взять, 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 взять. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Молодец. Принеси. На, подержи. Блин, неудобно, капец было стрелять. Да. Чего? Блин, ни хрена себе, смотри. Ну, сейчас я и не вылезу, но. Ищи, ищи. А где она, вот тут была или тут? Вот сюда? Перепрыгивай. Принеси мне ружье, я уже так пойду. Чего, фу? Ну так выйду напрямик туда к машине, чтобы не обходить. Блин, что-то мне, если честно, стрёмно перепрыгивать. Так вы все можете сюда. Да, да. Ну так давай прыгай на. Вот сейчас прыгну. Аккуратнее, Егор, сейчас же наберешь. Смотри на Димона. С поля. Спасибо. Хороший селезень, да? Смотри, какой крупненький. Блин, хреново, да, они сидели. Разол, бля. Ну, хреново ты. Смотри, вдвоем вытянуть не могу. Что ты положи? Что ты мне ее даешь? Ну ты, ай, блин, я не... А как
нахуй сюда пришли. Вот оттуда прыгали. Зря я, да, предложил такую идею идти сюда. Да, давай еще раз в грязь попрыгаем. Блин, Егор вообще на. Это тут кто-то ставит эту, когда разлив. О, Жак, да. Знаешь, какая конструкция? Да ну, она поднял. Не обязательно. Все сюда. Жак ставит, нормально. Надо будет сюда весной зайти, посмотри. Блин, так неудобно сидели, видишь? Неудобно начали подниматься. Не, если бы они начали подниматься вправо, то, конечно, было бы нормально, все бы могли стрелять. Да ты просто обоссался от страха, что тебя болото засосет. Держи тебе, трофей твой. Да. Ой-ой-ой-ой. Тут мы нормально, да? Постреляли. О, Влад сбил одну. Да. Блин! Ага. Присядь. О, красава, Димон! Вот это мастерский подход. Кого взял? Гринхеда? Подружейный Егор? Да, 7 спортингом, кстати, 7,5. Спортингом? Ну. Ничего себе. Я один высоко. Кинул, а я думаю, блин, может не буду стрелять, да высоковато как-то. Красавчик. Ну, нормально она летела. Красавчик. Можно было бы и не раз. С полем. Поздравляю, это твоя первая утка в этом сезоне. Перваш. Выйди, Влад, сюда. Встань тихонечко. Ну вот, вот за этот куст. Вот, видишь, куст. За, грубо говоря, за этим высоким деревом. Только не выходи на озеро само, а встань так тихонечко. Нифига ты, Димон, красавчик. Там подранки будут, 100%. Видишь, тут не особо удобно получается, да, стрелять? Давай, я буду тебя корректировать. С последнего, да, выбил? Ой, Влад одну взял. Красавчик! Да, посмотри. Он просто сделал так легонько. Ну ты видел свою юбку? Ну так я видел, но так я же знаю, что это. Где-то на умывальнике. Ты еще где-то дед в 60-х годах. Пока. Красивая какая. Уже это будет все полностью облиняло. Да, погнали. Полем. Я сегодня вообще, блин, после этой. После этого крупника. Даже ружье не могу. Ты уже подписчикам отмазываешь. Нет. Это да, подписчикам. Говори. Давай напрямки.
Он тут втопится напрямки. Тут жижа такая, я тебе говорю. Я один раз тут как за этого забуксовал. Молодец, Чива, молодец. Нашла уточек. Две утки? С поля. Ты, Димон, сегодня мастер этого. Мастер подбора. Смотри, какие утки уже красивые, да, облинявшие, такие ровненькие. Дай-ка я посмотрю. Ну вот эти потяжелее, у Влада вообще легкая, вот посмотри. Блин, а у меня Димон прикинь, один патрон вырвался, наверное, когда стрелял, то он просто, наверное, дробь выпала, так. У него патроны ржавые. У меня дроби больше не попало. Чива, нашла две уточки, молодец. А, еще и тебе вынесла. Я бы тебе, конечно, не выносил бы. Чива! На нору или что? Фу, нельзя чего. Фу. Что ты тут? Нельзя. Пошли, вперед. Ко мне. Молодец. Капец, там что-то, видно, бобер или что, прям вбилось, рыло, блин, вцепилось в этот, в землю. Пришлось возвращаться, собака вернулась опять туда, в нору, блин. Одержимое. Ой. Что ты там уже нарыла что-нибудь? О, она уже туда залезла, бляха-муха. Я тебе говорил, нельзя, Чива. Фу. Бобер, видать, где-то сидит. Смотри, нельзя. Чива, я тебе говорю, нельзя. Пошли. Выйдешь потом, Димон, туда. Так это, иди вон, иди с собакой. С Димоном. Только не в это, не выходи на озеро. Ух ты, ёп. Я две сбил. Блин. Ты сбил? Нет? Блин, ты стрельнул зря, мы не подошли. Я две сбил. Пацаны, идите заберите утку. Вот сюда подойди, вот тут. Собака, отпусти собаку. Бери та под берегом. Не, пускай вынесет. Смотри, видишь, что на месте. Угу. 100% наверное, что-то стоит. А кинь туда палку. А нет, Чива. Две утки? Ну я с двух выстрелов две сбил. Они, понимаешь, мы не дошли, и через кусты не видно, ну, они так подымаются, блин, а самых верхних... Ребята, пишите, кто с чего стреляет по уткам, вот я с семерочки сбил, нормально, далекое расстояние, в принципе, было, 35 метров точно, даже больше, около 40, да, Влад? Ну, далеко, 40 метров, ну вот, и без подранков, две сбито, чисто. Я так думал, если они будут сидеть, они будут разлетаться в разные стороны. Они, видишь, все туда полетели. Туда три полетело. Почему не охотник взял?
Каждый неохотник должен. А мне казалось, один селезень. Ну я далеко на пределе стрелял. Они две поднялись, знаешь, Влад выстрелил. Видишь, оттуда я выстрелил. Влад выстрелил, они все сорвались. Просто, ну, просрало у тебя опять что-то? Нет. Так бы мы, блин, были ближе подошли и бы... И они бы и на вас бы тогда полетели. Вот пуля залетела. А что ты выстрелил? Дробинка. А я? Ну, мы не дошли буквально 15 метров. Чтоб мы вот эти 15 метров прошли, конечно, это бы были бы совсем другие выстрелы, и на Димона бы по-любому налетело. Потому что они бы в разные стороны разлетались. Короче, Димон стрельнул по куропатке, он шел с той стороны, не по канаве, а мы с Владом шли по канаве как раз. И Чива подняла вот в камыше там стаю уток, стадо такое, голов с 20. И походу как раз в этот момент села камера. Я не подключил к заряднику опять 25. Ну и мы все по утке сбили, получилось сбить по утке. Вот, одну нашли, Егор там другую нашел. Блин, жалко, конечно, такой прикольный момент. Не очень удобно было стрелять через Влада, Влад стоял сбоку. Они вылетели, я, которая... над дорогой сбил одну первым выстрелом, а потом уже стрелял, ни одну не сбил. Ну, в принципе, нормально, три штучки сбили. Стрельба сегодня немножко подводит, как в принципе последнее время что-то частиком она подводит, а так хорошо. Что интересно, настолько плотно сидели, что Димон напротив стрельнул по куропатке и все равно не подняли. Первую с семерки сбил, а потом остальных с пятерки не сбил. Что стрелял, остальные выстрелы были с пятерки, не сбил. Ребята, вы осенью какой дробью стреляете уток? Напишите, кто чем стреляет. Вообще оружие, кто у кого какое будет самое популярное. Это интересно. Иди сюда. Давай. Тут. Давай, поищи. Это она под ранком уже могла. Давай. Поищи. О, нашла. Нашла. Молодец еще. 100%. Молодец. Фу. Все. Фу. Все, дай. Все. Все, с полем. Вырвало всех. Все. Да она вообще насмерть падала. Все, молодец. На. Молодец, собака. Что бы без тебя тут делали? Да. Вот тут сидели, на чистом сидели, тут в камышах сидели. Хорошая стайка. Маловато, конечно, выбили. Ну, все по утке добыли. То хорошо. Сегодня и так уже мы больше 10 взяли на банду. А, такой вот денечек. Ну все, конец теперь охоты. Так, ну утки уже почти все облиняли, почти практически полностью. Такие жирненькие, хорошие. Сегодня четвером. Вчера хорошо отдохнули, сегодня хорошо отдохнули. Как бы утки, много уток осталось цело, они пострадали. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Там не она. Вон она, сидит. Давай. Вон сидит ты. Да. Да не мертвая вроде. Только в сидячую не стреляй.
А, наверное, подранок. Или под со дна. Блин, так ее надо забрать и домой забрать. А, дикая она не будет клять. Ну, дикая не будет. Наверное, это подранок может наш. Что мы сейчас стреляли. Да упал. Капец, мы к ней тут крались, крались, она даже улетать не хочет. Да, уже договорились, что Влад будет стрелять, и все равно. Чива, Чива, вперед! Давай, 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 вперед, вперед! Давай, вперед! Вперед! Тут, тут! Вперед! Вперед, возьми! Не стреляй, а? Не, не стреляй, пускай слово. Вперед, возьми! Не стреляю, а? Не, не стреляю. Ну в голову только. Давай. Молодец. Вперед, вперед, давай, вот она, Чива, молодец. Блин, надо было снять, ну, что-то это, на телефон, чтобы близенько был. Ну, будет хорошо спать. Чива будет сегодня спать. Она даже искать не хотела. Завтра ж мы ее все равно на охоту, если поедем на этот, на озеро. То... Молодец, Чива. Не, ну как ни крути, охота была нормальная. Ну что, трех уток. А, еще ж куропатка у нас есть. Ой, это еще ножками дрыгает. Хорошая кура, кстати. Хорошая, но там дроби в ней нормально. А, и там не будет много дроби с этой стройки стрелял. Она пролетит насквозь. Израиля. Чего, тебя надо в натуре в сборную Беларуси отдавать? По плаванию. Да. Ты моя маленькая собанька, устала совсем, да? Устала собачка. Пойдем. Вот результат. С кубем. Настреляли уток, вроде как бы стреляли-то не очень хорошо, как обычно. Ну, результат хороший. На четверых как бы хорошо. Ну что, последняя утка вообще какая-то была непонятная. Наверное, это подранок, который мы оставили после той стрельбы, когда три сбили. И села на канаву. Хорошо, что увидели и забрали. Чива вообще устала за ним плавать. Колотится он сидит. Что, Егор, как тебе охота, расскажи мне. Будет много комментариев по поводу последнего. Ты же все равно поставишь кадр с ним. Конечно. А что, какие должны быть комментарии? Ну, типа там, это вы подкинули, да, это фейки, что типа мы подставная. Типа мы подкинули утку. Да, подкинули утку. Ну, не знаю, может, это было. Кто думает, что мы подкинули утку эту? Да, да, то пиши, пишите, да, обязательно. Обсудим, это, обсудим, да. Ну что, такая вот охота получилась, весело. Как бы вчера отдохнули вечером, сегодня отдохнули. Сегодня как бы вывели вчерашний отдых, выгнали. Все, оценивайте видео, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Увидимся в угодьях.